В городском округе Люберцы продолжается реализация программы здравоохранения Подмосковья. В число объектов, которые подлежат капитальному ремонту, вошло патологоанатомическое отделение Люберецкой областной больницы. Работы в здании уже находятся на заключительном этапе. Патологоанатомическое отделение закрыли на ремонт в середине июля. Перед подрядчиками стояла колоссальная задача – придать зданию 60-го года постройки современный ухоженный вид, а также полностью привести в порядок всю коммуникационную сеть. Конечно, и стены были обшарпанные, и коммуникации выходили из строя, то есть и санитарам, и лаборантам приходилось порой трудно. Были заменены и инженерные коммуникации, и интернет, водоснабжение тоже. Все коммуникации, которые нужны для работы, все было поменено. Работы затронули патологоанатомическое отделение, помещение судмедэкспертизы и морфологическую лабораторию. Косметический ремонт провели на всех этажах здания и на лестничных клетках. Люди, когда приходят, заходят и в такие печальные дни и минуты, то они должны зайти, по крайней мере, в нормальное заведение, где и как-то чисто, и опрятно. Да и врачи работают, они должны быть в нормальных работать условиях. В течение 3 дней в корпусе завершится монтаж вентиляции, затем начнется установка оборудования и мебели. К своим обязанностям сотрудники отделения приступят не позднее 3 ноября. Луиза Егиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.